Дезертир и сайт videogameplay.ru представляют. Итак, всем снова приветушки, с вами, как всегда, Дезертир, 29 место, 3909 километров, 29 повторов и 219 наша скорость. Восьмой этап проходим, сейчас северо-западное шоссе Кливленда. Так, ну хорошо, хорошо. Окей. Да мне срать! Абсолютно срать, что там с ним случилось. Дайте мне просто пройти эту гребаную миссию. Окей, благо грузовик он объехать не может, он слишком туп для этого. И благо, что я могу объехать такие грузовики. Так, вот этого чувака мне надо как-нибудь будет обогнать. Сделать это будет довольно-таки проблематично по некоторым на то причинам. Во-первых, потому что за мной вот тот вот дебил, дегенерат гонится. А во-вторых, потому что где-то впереди нас стоят вот эти придурки, которые будут нам дико мешать. Но, в принципе, в данной ситуации они мне немножко помогли, на самом деле, нежели помешали, поэтому... Иногда тоже есть польза, но в большинстве случаев они мне просто дико мешают. Да срать я хотел, хотя кадр, кстати, красивый. Кадр действительно был красивый, но насрать на самом деле. Да, потому что у меня сейчас не до этого. Мне сейчас реально проблематично, я должен обогнать вот этого чувака и не сделать прыжок Веры, как в прошлый раз. Что за Веры? Нет, уже бесполезно. Просто. У нас тачка, в принципе, быстрее, чем у него, но у меня точнее. Это бесполезно. А давайте сейчас будет еще сколько там? Два повтора. Сейчас еще один после. И вот два повтора на то, чтобы мне это все пройти, потому что мне довольно сильно не нравится гоняться на этой трассе. Очень сильно не нравится, особенно учитывая то, что этот придурок меня зажимает. Причем зажимает он меня таким образом, что я не обойти этого не могу, ни чего-либо другого сделать. Вот я, кажется, его обошел, и дай боже, чтобы у меня все получилось. Потому что гоняться с ним еще раз у меня желания, честно говоря, нету. Ну давай! Давай, дезертирка, ты сделал это сам, не знаю, с какого там раза я это сделал даже. Я не стану выяснять, с какого раза я это сделал. Не, прошел. 26-я позиция завоевана. Кровью и потом, но мы это сделали. Итого 8 минут на прохождение одной трассы. Дезертирка, стареешь. Ну что ж, в бой, ребята. Что нас ждет дальше, я, в принципе, догадываюсь, но пока говорить не буду. Итак, 1 час 41 минута на все прохождение, мы прошли 3941 километр. 946, вру, нагло вру. Скорость 220 км. А теперь будем пытаться угоняться от вот этих уродов. И поехали. Ты шутишь, что ли? Ты просто, мать твою, шутишь. Я помню эту трассу. Я помню, что я здесь столько раз умирал, что просто жесть. Я...
Причем самое интересное, уклоняешься ты от них или нет, все равно они по тебе попадают. Неизвестно по какой причине, потому что я из стороны в стороны мотался вот так вот, вот. И все равно она по мне, эта тварь с вертолета лысая попадала. Вот. А, твою мать. Просто лысая тварь, которая постоянно по моей машине попадает, вне зависимости от того, что бы я ни делал. Но вот здесь вот она по мне попасть не может. Слава тебе, Господи. Вот здесь отдых. Хоть какой-то. Здесь проблема в другом. Здесь можно нехило вписаться. Что не может радовать, в кавычках. Что может только не радовать. Красавец, он убил собственную машину. Просто круто, просто гений. Ладно, осталось только не вписаться ни в один из... Ой, я забыл, что по прямой ехать там. Там. Окей. Я забыл. Вот, осталось не вписаться сейчас ни в один из... Ни в одно, так сказать, из мест, где он разгаживает. В принципе, эта трасса очень интересная, она хорошая. В последний раз, когда я проходил именно вот до сюда, по-моему, насколько я помню. По той причине, что я потом решил пройти эту игру на запись снова. В смысле снова, что я, о чем я? Не снова, а вообще решил пройти на запись ее, поэтому решил проходить вот далее. Уже с первой трассы на запись, под микро, под все крутое. И зачем я туда полез? Зачем я туда полез? А, по-моему, еще один повтор остался, ну, да, ура! Джеронимо! Ой, вот это было сейчас смешно. Надеюсь, вы это видели, собственно говоря. Ай. Ай-я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 й. Ух! Джеронимо! Нет, это ни хрена не Джеронимо было. Это была смерть, это была моя смерть. И перезапуск всей трассы, чтобы ее... Это весело. Это очень весело. На самом деле, мне нравится эта игра. Хотя иногда она будет геморройной. Но это, кстати, интересно тем, что по факту... Здесь хотя бы какой-то драйв происходит, в отличие от многих других моментов, других частей игры, да, то есть... Смотрите, они просто иной раз даже не дают мне возможности выйти, скажем так, за линию, где я не могу получать урон, и просто дожимают меня в нее же. Просто доехать. Все, я в безопасности. Что не может не радовать, то что наша машина перестает периодически получать урон и сразу же восстанавливается. Это, конечно, круто. Так, нам надо набрать здесь скорость. Шушуть. Как мы вылетели, вы видели, да? Мы ускорились раз в 10, наверное. Потому что мы там должны были быстрее них проезжать. Машину заведомо ускорили. А сейчас мы попробуем просто свернуть на нормальную трассу, где мы не будем получать никакого, в принципе, почти что урона. Так, давайте в этот раз пройдем ее нормально. Давайте, ребята. Должен ее пройти нормально. Кстати, как я заметил, это никем не обозначенные пути здесь есть, которые мы можем, в принципе, проходить, да, то есть все будет там более или менее безопасно. Так, не напарываемся ни на что. По-моему, здесь будет первое вот это, потом вот это.
Так, здесь просто на запоминание. Первая, первая, первая. Ну, проскочи. Вот. Вы видели сами, вот только что. Вот как оттуда вылезти. То есть он начинает следовать за тобой, обстреливает, ты пытаешься уклониться, и он опять там. Я знаю, каждый третий мне скажет, что да чувак, ты вообще проходишь неправильно, там надо делать так-то, так-то. Я догадываюсь, что есть профессионалы, которые это делают нормально, я не профессионал, я вообще хрень непонятно какую делаю, поэтому не можно. Прямо у самого края. И давай сразу попробуем уклониться. Да, вот, вот так это проходится. Простое нахрен ускорение, что было. Окей, нам сказали, чувак, ты так круто не развернешься, поэтому я развернусь за тебя, да? Это было что-то в этом духе, да? Пока, вертолет! Ура, чуваки, мы избавились от вертолета. Джефф, ты здесь? Что происходит? Мне нужна тачка, срочно! Хорошо. Найди Юрия на пересечении 4-й и Индустриальной. Ребят, мы таки избавились от вертолета. Итак, все еще 26-е место, но уже без груза за плечами. И на этом сегодня все. Всем спасибо. С вами был, как всегда, я Дезертир. Всем удачи и пока.